Ну иди сюда, сука, блядь. Ты мне, блядь, дизлайк на прошлый видеоролик поставил. Признавайся, сука. Ну... Всем привет, меня зовут Андрей, и поскольку мой прошлый видеоролик набрал 20 тысяч лайков, это новое разоблачение на мои фокусы. Как отгадать пароль на телефоне, либо как обойти девчонку с помощью пранка огнем. Это разоблачение на пранк фокусов. Всем приятного просмотра. И да, если этот видеоролик набирает 20 тысяч лайков, то я вам покажу, как разблокировать iPhone с помощью Touch ID. Напиши какой-то комментарий под этим видео, понравилось тебе это или нет, потому что я очень сильно старался. Фокус простой. У тебя, я вижу, iPhone в руке, да? Да. У тебя на нем есть пароль, правильно? Есть. У всех девочек есть пароль на iPhone. Сейчас я могу отгадать твой пароль. Заходи сейчас в калькулятор. Напиши любое пятизначное число. Мы вот отвернемся, улыбнемся, мы ничего не видим. И прибавь к нему свой пароль. Только точно свой пароль. И нажми равняется. Все? Да, все. У тебя вышло раз, два, три, четыре пятизначное число. Я сейчас нажимаю сброс. Все, пароля нет. А теперь думай о последней цифре. Думаешь? Да. Я беру у тебя снова с головы, как в прошлый раз, не бойся, все хорошо. Нажимаю на последнюю цифру. Как? Я знаю, что у каждого есть такой девайс, и все мы им пользуемся каждый день, но никто даже не мог додуматься, то, что с помощью этого телефона можно хорошенечко поцеловать школьниц. Я думаю, у 80% людей на айфоне есть всегда пароль, чтобы никто не мог зайти и посмотреть, что у вас, какие у вас файлы. Начинаем фокус с того, что вы подходите к любой девчонке, смотрите, есть ли у нее iPhone. Если у нее есть iPhone, вы делаете две простые вещи. Для начала вы говорите: «Веди свой пароль, чтобы я не видел, отвернусь, не буду смотреть». Девчонка вводит свой пароль, например, вот. И говорите: зайди в калькулятор. Девчонка заходит в калькулятор, и все, что нужно от вас, это два слова. Загадай любое пятизначное число. Она пишет любое пятизначное число: 1, 2, 3, 4, 5. И прибавь свой пароль, только точно свой пароль, чтобы никаких не было вот таких вот символов, либо каких-то неправильных действий. Девчонка должна действительно прибавить свой пароль. Она прибавляет: плюс 1, 4, 2, 5. Это пароль, который сейчас у меня на телефоне. Пишем «равняется», и выходит такое вот непонятное число. Вы берете телефон в руки с таким вот числом. 13770. Она смотрит, что у вас есть вот эти цифры, и, естественно, она подумает: сейчас ты какое-то скажешь математическое уравнение, ты как-то его отгадаешь, как-то решишь, но нет. Вы нажимаете на вот эту вот кнопочку «сбросить». Пароль сброшен, и все символы, которые она вводила, все, что она делала, приравнялось к нулю. И когда вы его заблокируете, то пароль уже будет у вас в голове. Что для этого нужно сделать? Есть такая функция, как возврат предыдущего действия. Вы просто нажимаете на «равняется». Предыдущее действие, которое вы прибавляли, выводится у вас на телефон. А то есть 1425. Это пароль от моего телефона. И дальше вы можете управлять мыслями как угодно. Можно сказать, что я там какой-то маг, я там волшебник, сейчас я отгадаю с помощью каких-то импульсов. Заинтересовать человека, чтобы было просто интересно смотреть. Офигеть! Видел, я просто намазал руку. Это карта пятерка буговая. Да, правильно? Классно? Для этого фокуса вам понадобится ручка, салфеточка и помада. И самой карты. С самого начала, перед тем, как подойти к девушке, вы берете помаду и пишете на руке ту карту, которую должна взять девушка. Например, туз бубовый. Пишите так. Тузик. Чик. Чик. Помада вам больше не нужна, вы ее прячете. На руке у вас написано, девушка никогда не заметит, что у вас на руке что написано. После этого вы подходите к девушке и даете ей колоду карт. Она эту колоду карт перемешивает и после этого дает вам. Вы говорите: вот смотри, тут все карты разные. А сами ищете туза бубового. Находите туза бубового. После этого вы туза бубового должны вывести наверх. Все карты, которые после, вы ложите под низ, а туз бубовый должен быть в самом верху. После этого вы делаете то перелистывание, которому я вас учил. Вот я перелистываю колоду карт, говоришь «стоп», и верхняя карта будет твоя. Это выглядит вот так вот. Перелистываете колоду карт, она говорит «стоп»,
и туз бубовый, который находится в самом верху, вы его быстро сжимаете. Девушка не замечает это. Вы говорите, вот, ты выбрала карту, запомни ее и клади в колоду. Она пишет, например, туз бубовый. Вы говорите, вот, сожми эту салфетку и подпаливайте. Для этого фокуса вам нужен пепел. Вот так оно красиво горит. Эффект будет бомбезный просто. Люди удивляются очень сильно. После этого вы подождали секунд 20-30, берете этот пепел и кладете на руку, и просто трете. Тут туз, а это буба. И вы говорите, вот, смотри, эта карта туз бубовый. Любой человек удивляется очень сильно, и реакция у них просто бомбезная. Я показывал много фокусов, но этот фокус именно задевал капитально. Они удивлялись, как ты это сделал. Последнее разоблачение, поскольку уже вот так вот сильно темнеет, мы с временем немножечко не подгадали. Вы, наверное, видели, что часто в моих киспранках мы подходим к девчонкам и играем с ними цуефа, загадая любое число от 1 до 10, и в основном мы выигрываем. И девчонки целуются с пацанами, которые их разводят. Я тебя целую. Губы не имеют. Я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют, мы ее делим. Мне наплевать, я стерплю с той стены. Это не считается как фокус, это просто психологическое давление. Например, загадай число от 1 до 10. Именно ты. Вот сейчас, загадай число от 1 до 10. Я сейчас через экран прочту твои мысли и скажу это число. Это 8 или 7. Сразу не думайте, что все загадают 8 или 7. 80% людей загадают число 8 либо 7. И там уже 20% загадывают 1, 2, 3, 10. Но в основном, когда мы подходим к девчонкам, то они загадывают 8. Доброй ночи. Почти 12 часов. И что сейчас будет намечаться? Правильно. Флэт, тусовка. Все вот эти 5 дней у меня проходят очень сложно. Я с вами не делился, но сейчас хочу рассказать. 1 сентября у меня начинается очень плотный график. Учеба, спортзал. И вот эти вот 2 дня, суббота, воскресенье, это именно те дни, когда Андрюша может реально отрываться. Как же я долго этого ждал. Как же я давно этого хотел. Батя, не волнуйся за меня. Малый повзрослел. Сейчас я нахожусь вот в таком вот непривычном месте, но ровно через 1 секунду я окажусь. Так и не видела. Тусовался, Андрюша. Уже почти 5 часов утра. Тусовался, наразвлекался, наобнимался. Я люблю свою жизнь, потому что она свободна, как воздух. И нет никаких преград, которые могут меня остановить. Учеба, работа. Это не в моей голове, потому что я каждый день стараюсь свой провести как последний. Решили зайти в мафию немножечко перекусить. Да и подождать, пока откроется метро, потому что такси сейчас бешеные цены стоят. Никогда не ходите со мной на тусовки, если вы не выспались, потому что с вами может случиться именно вот это вот. Ты как кстати? Узнал. У меня сейчас полная какая-то канитель происходит. И в первую очередь мне нужно разобраться в самом себе, а не в том, что я делаю. Поэтому давайте поддержим этот видеоролик большим пальцем вверх. Также те, кто не подписан на мой канал, подписаться. С вами был ваш Андрей. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!